Видеоотзыв. А, видеоотзыв? Ну да, понравилось тебе, вот мы съехали. Да. Расскажи, что тебе запомнилось? Мы съехали с Охорна один раз вниз. Охорн, да, мы проехали по тяжелой трассе наверху, которая была вся в снегу, тем не менее, было все здорово. Спускаясь по пятой линии, по пятой трассе. По черной, да. Понравилось. Расскажи про... Классно рассказано со стороны вот... Как зовут, забыл? Ричи, да. Ну, да. Ричард или Рихард, Ричи, не важно, да. Все классно, на самом деле. Было достаточно доступно. Расскажи, это эффективно? Достаточно доступно. Или нет? Достаточно доступно. Вот из этого урока легко можно зацепить ряд таких моментов, которых я не знал. Которые помогут мне, в частности, при спуске вот крутом. Ты их уже прочувствовал, скажи? Да, вот я упираюсь в те же пятки, когда ты говорил нам, поворачивая, и упор в пятку, было, чувствовалось такое прям. Но должна быть верная развесовка наверху, правильно? Не так, что просто пятки и там куда-то мы там их... Это врезание, скажи, это врезание, это не соскарбливание пятками, правильно ведь? Да, это именно четкое врезание? Скажи, это и когда это врезание начинается, это прокалывается лед? Конечно. Прокалывается лед? Это не так, что типа понесло пятками, как узнаешь, народ катается. Понимаешь, я про деталь как бы говорю, потому что там в интернете за компьютером, смотри, сидят, он говорит, не, это только лохи катаются на пятках, слышишь? Понимаешь? Нет, это другое, это спортивные. Потом пойду по делам, да. Потом в сауну, потом в ресторан. Теперь, если меня найдешь, я вижу. Моменты, вот виражи, вот эти пистолеты были понятны мне, честно. Это ты имеешь в виду, когда вот рамка у нас существует, только руки вот так вот, две впереди. Непонятно было, почему вот такое крепление палок, а почему сверху. Я же отстегнусь, это надо другие палки иметь. Дело в том, что когда ты держишь два пальца сверху, у тебя включаются определенные натяжения в плечах. Если ты их уберешь, у тебя плечи будут назад закручиваться. То есть я могу, назад закручиваться. Понимаешь, что хочу сказать? Назад. А когда ты ставишь пальцы здесь, они у тебя немного подаются вперед. Да. Я просто как будто бы включил некие определенные связки тебе, чтобы они у тебя включились вперед. Чувствуешь, что у тебя еще лопатки начинают включить? Ты встань прямо, нормально. Поставь палец сюда. Попробуй надави даже на палку сверху. Вот так вот руку нужно натянуть. Ну, да. Теперь надави. Ты чувствуешь, что у тебя плечо вперед ушло? Ну вот оно. Да. А теперь смотри, отпусти ее. Да. Вот у меня, например, раскрывает даже назад. Опять надави. Видишь, тебя вперед выводит. Правильно ведь? Да. Понимаешь идею? То есть, получается, как ты держишь, имеет как бы значение. Ты раз, смотри, ты можешь раз, у тебя сразу же навык, он тебе прокалывает, например, лед начинает плечо. Раз, например. Я ну, как вот, знаешь, качают. Раз, у тебя сразу тиш, вот так вот мгновенно. Потому что если ты будешь пытаться, например, плечом так делать, это долго, слышишь? А если ты будешь с рукой, слышишь, вот так вот руку, раз, у тебя плечо быстрее включается. Понимаешь, что хочу сказать? Да. Понимаешь? Раз, мгновенно, смотри сюда. А так плечом еще может еще начать вращать. А только плечо отдельное, это только одно запястье. Только одно запястье. Попробуй, вытяни ее. Ничего. И просто сделай такой, как бы, сожми ее. Сожми, смотри, это вот так вот наружу. Сожми запястье. Вот. Сожми ее резко. Да, есть. У тебя сразу же такое как бы напряжение только в одном плече. А если ты будешь так делать, только плечо вместе со всей спиной, то у тебя уже будет разбираться стойка, понимаешь меня? Уже могут вращения начинать какие-то идти. Ну хорошо. Ну классно, нет, на самом деле я... Примерно сказать, что... штук 6-7 секретов я тебе сказал, так? Я думаю, даже больше. Отложилось в голове, наверное, штуки 3. Ну, но их все равно хватит. Ну да, а как же? Оно мне прибавило, надежности, что ли, на трассе. Окей, я понял. Я понял. Хорошо, я понятно. По-своему катал. Осталось тебе взять каждое, прописать поглубже. И утвердить, да, утвердить. Хорошо, понятно. Спасибо. Огромное. Ясно. А нашему коллеге понравилось? Слава. Конечно, сейчас, секунду.